Приветствую вас на канале RedCat. Ну что ж, сегодня у нас очередной челлендж и легендарный Альберт. Привет! Это странно, привет. Основатель Роблокса, можно сказать, с Пози and Company. Сейчас поборется за 1000 робоксов и покажет малолеткам, как проходить вообще нужно. Малолетство. Ну, кто мало в Ютубе, да, еще. Это все, это конец. Я надеюсь, до второй двери дойти хотя бы, и все. Ну, до второй дойду и хватит. Ну хорошо, да. На второй там уже тележка, там уже сложнее будет, можно ее от нее убереть. Так, ну, ты у меня куда-то пропал. Так, справа, по идее, у тебя должна появиться иконочка, на которую нужно нажать. Нажал. О, все! Ура! Видео состоится, мы в лифте. Ну, три двери и все, и можно выходить. Так, ну что, вроде... А, мы падаем, ну что, давай, покупаем. У тебя есть куда? Какие-то кнопсы? Что? Кнопсы есть? Или тебе что-то кто может это? Купить? Кто это? Что это? Я тебе могу купить фонарик, если у тебя нету кнопсы. Фонарик? Давай. Давай, хорошо. А у меня вообще ничего не высветилось, кстати. У меня обычно высвечивается магазин, сейчас мне не высветился. Ну, они решили, у тебя кнопсов нет, зачем тебе его даже показывать? А-а-а. Чтоб тебя не дразнить, поэтому они решили. Да, ну ладно. Да и так пойдет. Да и так на третьей двери умрет. И главное, в штанах и все. Да, фонарик тебе скинул. Единственное... А, кстати, вот зажигалка, ну ладно, тебе еще есть зажигалку отдать, с чем я ходить буду. Тут же надо ускоряться. Нет, смотри, мы пока проходим первый... Ну, а, кстати, второй раз ты не можешь зайти, если что, в один и тот же шкаф. Это такая вот особенность есть. Ну, в этой комнатке сможешь, а в следующей там уже будет монстр, если ты захочешь это сделать. Поэтому, чтобы ты по привычке, знаешь, из первой части не заходил, выходил из шкафчика. Все, понял. Так, что-то нашел. Так, смотри, нам время я запускаю после того, как мы нажмем кнопку. Чтобы нажать кнопку, тебе надо найти две лампочки и вставить в генератор, соответственно, и запустить его. Ищу. Поэтому пока у нас пидран не начался. То есть, а когда он... Как только я кнопочку или ты нажмешь, вот здесь вот около выхода. Понял. Тогда пойдет время уже. Ну и мы... Не, ну, можешь вообще, можешь не жать. Вот, у меня две лампочки есть. Ты нашел хоть, кстати, хоть одну? Нет. А вот там в конце, смотри. А, вот она, нашел. Да-да-да. Вот. Вот теперь он, ты знаешь, все, как они выглядят. Но я сейчас ставлю, так что тебе не обязательно их активировать. Но будешь хотя бы знать, как, что искать в следующий раз, потому что в этих комнатках придется это делать. Я так, понял, тележку... да, там частенько должен быть. Да, по тележку аккуратно ее можно толкать. Можно на кого-то толкать, даже убить можно. Поэтому... Все, я понял. Это специально показали. Можно толкнуть на кого-нибудь. Угу. Спойлер. Так, хватит залазить в шкафы. Ты готов? Пускай. Нет. Окей. Не нажал. Так, смотри, сейчас будешь толкать тележку по моей команде. Сейчас переключу. А что уже 101-й нормально? Спасибо. По моей команде это было основное. На что не надо было. А уголь нужно забирать оттуда? Ну, если у тебя штаны так крепкие, можешь карманы насувать. Так, что тут? Так, рубли. Все, спускаемся, спускаемся. Так, пока все здесь что-то ничего. Ништяк. Все, я понял. Так, ну тебе надо как бы залутать будет фонарик еще. Чтобы его пополнить, он у меня есть. Тебе надо, чтобы он был просто на нем активирован, как бы, но не в руках. Ты тогда сможешь кинуть туда батарейку. Еще есть обязательно прям все лутать, если у нас... Не-не-не, можем идти спокойненько. Тут закрыто. Пошли, значит, сюда. Вот, 103-й. Желательно запоминать название... Подожди, а как? Подожди, был 101-й, сейчас 103-й. Ну, значит, мы где-то еще 102-й проходили. Я понял. Вот 104-й, значит, да. Так, подожди, а тут что? Я слышу, что какой-то звук. О, смотри, вон, видишь, сверху? Ага. Это что такое? Вот это падает тебе на голову, да, если ты под ним пройдешь, он, короче... Все, понял. Пойдет тебе на лицо. Тогда не подходим. Не подходит. Тогда не ходи под ним. Да, но тут есть такой нюанс. Ты можешь посветить на него фонариком, он закроет глазки, и в этот момент ты можешь пробежать. И так тут еще вижу, есть скрич, как ты понимаешь. Ага. И раш, и амбуш, и хальт. А вот это наверху, смотри. Ну вот это он же, как бы, да. Так. Ты можешь светить, проходить или просто обходить его. Понял. Так, ну что, куда ускоряемся? Тут можно опять что-то толкнуть? Я уже быстро бегу. Спасибо. Понял. Ты меня второй раз, по-моему, пытаешься. Подожди, там что-то поползло. Куда поползло? Вот здесь. Пошли отсюда, идем отсюда. Там что-то поползло. А, нам не сюда, подожди, надо, нам надо найти выход. Не, подожди, я серьезно говорю, там что-то поползло. Ну где, пошли посмотрим. Вон там что-то ползает. Где? Вот здесь. А, во, я понял, в шкафу кто-то сидит.
Это просто отсвечивало. Красный, да? Красный такой? Да. Вот это отсвечивает. Я еще какого-то зеленого видел. Если ты заходил в этот шкаф и вышел, то там сразу монстр появляется. Поэтому если ты заходишь второй раз, он тебя дамажит сразу. Иди сюда. Ты как он, скорее всего, сразу, скорее всего, кокнет. По кругу бегать. Давай сюда. Так. Почему сюда? Потому что это дверь. Это точно? Это 107-я? Когда мы 107 прошли? Я не знаю, мы как-то их так проходим на автоскипе. Сюда, да? Сейчас, да. Я тут полутаюсь. Смотри, вот такие двери. Палочки. Возьми палочку, вот здесь вот светящаяся. Какого? Есть. Нету никакой палочки светящейся. Да есть там в ящике. Да нет. Да есть, ладно. А, во, вижу. Нашел. Все, у тебя одна палочка или больше? Да, одна. Кайф. Короче, если ты увидишь вот это вот гигла, который висит на потолке, кинь этой палочкой ему в глаза. Вот еще я можешь тут взять тоже палочку. Где ты? Я все время теряю. Вот, вижу. Давай. Я ускорю. Вот, вот. Слышу. Подойди и кинь в него палочкой. Давай, где он? Вот тут он. Понял. Ну, прям четко в него попал. Он не прыгнет, точно? Нет, я свечу на него. 110. Тебе достижения, по идее, должны были дать за это. Ой-ой-ой-ой-ой. Я понял, меня скрич напугал, если это так называется. Хорош, да, тут скрич по-прежнему живет. Теперь толкай эту вагонетку на другую сторону. Обратно? Да, через все, короче, тебе надо еще там... Лампочка. Тоже проломать будет дверь. Так, я лампочку нашел. Давай, давай, толкай. Заодно и лампочку ставишь. Раз уж там будешь. Так, я пока фонарик. У тебя так, одна была или две? Одна. А, ну все, тогда еще одна есть? У меня есть вторая, да. Иди кнопку нажимай, я тогда ставлю вторую. Все, чудненько. Команда! Сколько там уже челлендж? Слушай, ну нормально, уже 110-е, по-моему. Уже раш скоро полетит, наверное, даже. А, уже 111-е. О, уже повод умереть. Ой, там фигура упала. Я пошел. Слушай, это так интересно, фигура падает с вентиляции. Вот видишь дырка сверху? Вот, вон решетка. Короче... Оттуда упала фигура. Но она здесь не нападает, ты даже не сможешь спрыгнуть к ней. В смысле? На, где-то на 120-е будет. Я проверил. Тут еще две палочки. Я проверил, можно. Ну, так, так, а здесь? Здесь что? О, здесь батарейка. Тебе надо батарейка? 112, давай. Бери. Ну, она не нужна, в принципе, но пригодится. Ну, почему же? Все пригодится. Если тебя немножечко уже ты светил, то очень даже нужна. Так, 113-е, тут тоже надо искать лампочку. Так, ищу. Две, точнее. Одну нашел. Привет, скрич. Вот еще одна. Это та же. Где? А, у тебя? Это там та. Они те же лампочки, как бы. То есть, если ты берешь светится. И я беру, то, соответственно, и у тебя, и у меня будет светиться лампочка, пока кто-то ее не введет. Понял. А потом она пропадает. Интересно. Пошел. Пока здесь еще. Ой, ой-ой-ой-ой. Там летит. Ну, давай сюда, тут шкаф есть, прячься. Краш. Давай. Все, я... Так, а он не туда обратно? Не-не-не. Один раз пролетит. Ждем. Или туда-обратно, это другой был. Это Ам, сюда. Выходи. Все, молодец, ты выжил. Что-то потемнело. Кайф. Так, эй, кто-то 114. Псикнул. Пс, вот так? Да. Это скрич. Ты был? Нет. А. Сейчас да. Все, понял. 115. Так, 116. Иди. Пока хорошо идем. Где-то на 124 будет фигура. Ой, выключай свет, быстро. А у меня ничего не это. Отлично. Не пользуйся фонариком, когда мухи летают. Они как бы нападают только если у тебя фонарик. О, блин. Ты так не помнишь, какая понял. Дверь была? А там какая-то со звуком была. Подожди. Ё-моё! Ладно, я понял, я живой. Ладно, я пошел. Возьми, подожди, похилься, я тебе этот кластер кину. Все? Все. Ну да. Так, нам не сюда. Проверил. Вот сюда, вот сюда. 117-е, значит. Я реально проверил. Это было страшно чего-то. Да, это называется дюб. Так, тут тупик у нас, походу. Ой, привет, скрич. Подожди, а у тебя еще тут? Там тупик. Он не у всех падает? А, нет. Не одновременно? Скрич. О, а я слышу опять его. Не-не-не, там не бывает. Не, у нас разные с тобой скричи. Я понял, но я его слышу, но не вижу. Так, смотри, здесь нельзя зажигалкой пользоваться, если она вдруг у тебя есть. Заживал. Была бы. У меня есть, но... Была бы, попробовал. Не-не-не. Лучше не давать тебе тогда. Так, тут... Все, тогда лучше сейчас не давай. Я быстренько лутаюсь и бегу за тобой. Смотри, так, в этой, кстати, а комнатке... здесь будет? Если ты долго находишься, то ты можешь задохнуться. Нам 120-е нужно. Понял. А фигура не вот, здесь была? Внизу 120-е. Нет, 124-е где-то будет. Ой-ой, что-то моргает. Пошли искать шкафы.
Блин. Так, а здесь нету. Ё-моё! На голову, на голову, на голову, на голову, стой, на голову, стой, на голову, на голову у меня упало. Не двигайся, я ж к тебе иду. Вот. Когда я его просмотрел, я смотрю, на потолке его не было. Он с тебя ржет, короче. Подожди, здесь обратно или кто? Куда я пошел? Все, я больше, же не понимаю, куда я пошел. Больше его уже нет. Все, что ты мог, ты сделал. О, давай, короче, если еще одного найдем, ты меня спасешь от него. Угу. Так, 122-я, тут шкаф, если что. О, присаживайся. Присаживайся и заползай, тут же фигура будет. Есть проблема. Лучше ползай. Трогать не будет, и просто на меня бежит. Блин, а что ты там ходишь, что ли? Че такое агро? Я... Нет? Я на приседе. А, ну все, тогда пошли. И так, смотри, если что, можно, в принципе, в шкаф зайти, если страшно. Я на нее не светил. И да, он еще реагирует на открытие всяких шкафчиков. Так, ну я вроде на нее не светил. Окей. Значит, а я был. Скорее всего. Давай я пойду посмотрю, в какую нам комнатку идти, и маякну тебе, ты потом пройдешься. Ну, можешь ладно идти за мной. Ну, я уже пошел. Так, аккуратно, аккуратно. Хорошо. Так, есть какой-нибудь срез? Там за тобой идет сзади. О-оу. Это плохая идея, ладно. Так, нам в ту дверь 123, короче. Я понял. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это было на тоненьком, хорошо. А ты что, вышел? Я уже все. Да? Ну сейчас я буду рисковать. Окей. Ой-ой. Помогите. Все, закрывай, закрывай, закрывай. Закрывай, да. Вот это заклятие, видишь, такое как бы сейчас появляется. А он не может выйти отсюда. Наверное. Здесь нет заклятия. Обычно там есть. Было. Там было, здесь нету. Ну странно. Обычно, так, подожди, какая? 123-я была? Ну тут одна, 125-я будет следующая. Ой, там моргает. Раш. Давай в шкаф. Я понял. Ждем. Слышишь? Идем. Ну да. Да, заходим. Есть. Угу. Мы прям синхронно заходим. Отлично. Слушай, ну пока ты неплохо играешь, как для первого раза. Ну, или да. Второго. Там не считаете. Ну ладно. Я... Страшно очень. Так, там хорошо. Такого не было. Там были другие монстры. Да. А ты до какой? Вообще другие. Доходил максимально. До какой двери? Да. О, до первой? Не, серьезно. До 200. Как ты прошел? Это вообще было сложно. Это было сложно, но я прошел. Это было сложно. А сколько вас играло? Много? Или ты в соло? Я в соло. Мне да. Потом меня мики-мики кнули. Меня бросили. О, смотри, смотри, что нашел. Меня бросили. Вау. Ножницы. У нас есть ножницы. Зачем? Можно вот такие штуки резать. А тут, ну, там короче... эти сундуки должны быть. Да, вот лут. Если надо тебе. Ну, пластырь пригодится. Ну, бери. Так, вот лазерная такой... каска, говорит, для чего. Я видел ее, но не пользовался. Есть еще фонарик такой нагрудный. Может, тоже взять, если надо. Короче, лазерная указка, ты можешь ей пользоваться. Прикинь, тут еще одна комнатка. Вот это я такого первый раз вижу. Слушай, я когда с ютуберами играю, постоянно какие-то приколы такие, которых... Тут еще один сундук. Тут несколько их. Ты можешь открыть сам. О, батарейки! Вот это я заберу. Вот это хорошая штука. Просто посвечу на него. Что там? Ничего. Надо держать. Витаминка. О. Ну, в принципе, окей. Так, ну это хп. Ну... Нет, скорость. Зря ты сейчас выпил. Уже все. Пригодилось бы на сики. Ладно. 128. Под ускорение. Да-да-да. Так, смотри, у меня теперь есть батарейки. Целая упаковка с батарейками. Я могу, если что, делиться. Так, а где я вообще? Так, там надо было по доскам пробежаться. Ты пробежался? Так, я уже в 130-й. Да ты шустрый. Иди. Не надо было тебе витаминки давать. Ладно. Да, теперь очень быстрый. Так, тебе надо... Сколько у тебя вообще... Лута. 6, 5. А, 5. Давайте я зажигалку у меня еще отдам. Фонарик, стержень, это. Ну, давайте еще. Потом нагрудный. А, ну это зря. А, ну да, я забыл. Это очень зря. Это очень зря. Я могу совсем случайно. Так, смотри, там, если что, что-то сыпалось, может раш быть. Пока нет. Пока нет. Ладно. Идем дальше. Ты собираешь вообще палочки вот эти, нет? Да. А вот сейчас, скорее всего, будет. Сейчас. Давай, шкафчик. Что-то он ускоряется, скажем, разом, мне кажется. Он, кстати, бывает спереди, бывает сзади, поэтому тут еще такой вариант. Интересно, может быть. Ну, рыть, правда. Мне кажется, когда сейчас он спереди, его слышно громче. И он быстрее летит. Это я не точно. Так, 135-я, запомнил? Ага, что-то еще моргало. Это у тебя моргало? Это просто свет выключился. Ё-моё. Выключай все, что у тебя есть.
Пользуемся только вот такими палочками. Бросаем их и подсвечиваемся. Нам надо 137, если вдруг найдешь. Заходи. О, я нашел. 136-я! Не-не-не, 137-я. У меня, наверное, проблемы с дикцией. 136-я. 137-я. Смотри, нам тут надо тоже искать лампочки, поэтому открываем. О, я там нашел. В шкафчике открываем, лутаем. Мне бы желательно где-то найти себе. Я тебе хилку могу дать. Иди сюда. Я понял, у меня еще паук. Иди сюда, я тебе хилку. Паук, а где ты его нашел? В ящике сидел. Иди, возьми хилки, я накидал. Так. Меня просто... Меня все атаковали. Иди сюда, куда ты ушел? Иди возьми хилку. Мне скрыть 7 раз подряд атаковали. Вот, 4. Сколько у тебя еще? Еще надо? Короче, уже полная. А ну все. Не берет. Если что. А батарейка надо тебе? А хотя у тебя нет. Там все шо угодно. Фонарик полный. Отлично. Найс. Все потихоньку собираем. Так, все, я нашел две лампочки. Тогда я спускаюсь вниз, а ты будешь жать кнопочку. Давай. Давай. Сейчас спускаюсь. Не работает. Let's go. Я еще не дошел до генератора. Не работает. И сейчас не работает. Я помню. И сейчас тоже. Не хочу тебя расстраивать, сейчас тоже не работает. А из зажигалки попробуй. А сейчас о, работает. Давно. Работает. Я смазал. Выходи. Рычажок. Так, бегу. Бегу. Все, можем идти. Let's go. Там так, что-то, по-моему, где-то скрич. Ага, да, так и было. Так, аккуратно летит муха за нами. Агрессивная муха. Я понял. Так, 139-й. О, это получается, мы сейчас будем бежать от Сика. Что-то по звуку что-то нехорошее. Сейчас будет Сик. Ты хорошо от Сика убегаешь? Ну, попробуй. Ну, давай. Главное не зафейлить, потому что все вещи пропадут. Ё-моё. Так. Что жужжу какая-то? Ну, сейчас будем прыгать. Это Веном китайский. Наверное. Скапает. Терминатор. Часть 3. Киборг. Сик. Киборсик. Так, ну что, беда. Let's go. Итак, прыгаем. Только прыгай прям хорошо. Потому что можно упасть. Нормально. Так, пока прямо нормально все у нас. Пока бежим, пока прыгаем. Что-то он еще и спотыкается. Ты еще успеваешь смотреть назад? Направо здесь. Да я вроде, да? А, окей. Налево. Я мою камеру покосила. Да, у меня тоже что-то как-то... Так, приседаем, ползем. 144-я, так, еще одна комнатка, и будем на тележке ехать. Пока не падаю. Отлично. Я тоже. Так, если что, если видишь, куда поворачивать, кричи. Потому что тележка пока, такая штука интересная. Пока прямо. Не-не-не, когда на тележке будем ехать. А, все, я пошел падать. Так, сейчас мы будем нагинаться. Все, я на тележке. Все, Ctrl, лице, пригинаемся. Ай! Встаем. Все. Так, лево, жми. Какой лево, я вообще ничего не видел. Неважно, жми лево. Право жми. Ты умер? Все, да. А, ну ладно. Идеально. Да, вообще прекрасно. Так, главное теперь мне не слиться, потому что у меня есть вещи. Так, направо. Хорошо, что у меня ножницы есть. Я видел поворот, когда я уже проехал. Ну, поэтому я тебе и кричал, да, чтобы ты заранее нажимал. Так. Не зафейлить бы. 148-я, еще одна комнатка всего лишь. Налево. Так, а у меня есть одно хп. Так, только не возрождайся сейчас. Возрождаться нажмешь, когда 3 секунды останется. Право, потому что может быть проблемки тут. Вот сейчас смотри, у тебя таймер пошел уже, да? Нет, пока не. Сейчас пойдет. Вот теперь таймер пошел. Вот, где-то 3-4 секунды будет оставаться, жми. Угу. А что-то через одну считает. Грэмбл. Так, сейчас будет десант. Сколько у тебя уже сейчас? Сейчас идет. 7, 6, 5, 4. Нажимаем, уже ты заспавнишься в комнатке. Все, отлично. Все, хпшка пошла. Кайф. Окей. О. Так, где, ну вот мне какую-то палочка, выручалочка тут в шкафчике. Спасибо. Есть. Только так. Заспавнился, и скрич меня ударил. Ну, у меня тут фонарь. Ну ладно, давай я тебе палочки хотя бы дам.
чтобы тебе подсвечивать чем-то. Ладно, сейчас может где-то повезет. А, вот зажигалка еще есть. Возьми, тут еще зажигалка есть. В коробочке, если что. Так, давай. Зажигалка пригодится. Сейчас я посмотрю, может тут, конечно, что-то еще полезное тебе найду, типа какого-то фонарика бы. Ну, есть указка лазерная. И нагрудный фонарик. Ну, вот все что. Хоть что-то. Всем, чем мог, да. Так, куда показывает? Ага, сюда, да. А, ты не нажал кнопку, понятно. Ладно. Почему? Давай. Ага, сюда. Хорошо, пошли. Тогда я пойду. Ну ладно, идем вместе. Давай. Она с этой стороны, так что тут легко мы заберем сейчас. Так. Ну давай, залазь. Есть. Полезли. Полезли. Это так нужно залазить? Ну, можно обойти, но там опасно. Как-то. Поэтому я так хожу. Так. И плюс один. Получается 6, 5, 9. 6. Иди на кнопку нажимай, если ты не со мной. Так, все. Let's go, go, go. Давай, давай. Время, время. Нажимай, нажимай. Оно же спидрань. Так, где еще? Ну, спидрань. А, так, справа. Пошли, направо. Он показывает направо. Видишь, там антенка, она показывает направление. Она показывает куда-то сюда. Она показывает вниз, значит, это первый этаж. Поэтому идем. Ну, скорее всего, тут соседняя дверь будет. Будешь сейчас сбивать, а я пойду нажимать кнопочку. Эй, не псыкай. Детство. Так, давай-давай-давай, идем. Только здесь аккуратно нажимай, потому что здесь могут быть грамбовы. Они прям сюда заходят. А нет, блин, нам не повезло, это немножко дальше придется пройтись. Еще дальше? Наверх? Не-не-не, не наверх, а в разлом этот идти. Вот ты такой активный, подожди. Сейчас, секундочку. Пошли. Я рисковать не очень хочу. Пошли тогда. Одна жизнь закончилась. Идем-идем. Let's go. Let's go. Так, нам сюда. Вон туда направо иди, там дверь будет с правой стороны. Открой, посмотри, там есть что-то? Да, вот он аппарат. С? Какая там буковка? А, какая, в смысле, буква С? С, да? Все, хорошо. Ага. Ну, там подсказка есть, плюс или минус, там какая-то цифра должна быть. Я понял. Что там пишет? И 8... Ой-ой, он пришел. Слушай, какой там 1-8? 1-5-8 было. 1-5-8. Ай-яй-яй-яй, этот. Он не зайдет тебе в комнатку, не переживай. Ага. Там есть плюс или минус, скажи мне. Да, плюс 2. Плюс 2, значит 3-7-0 вводи. Так что-то тут как-то страшновато. Все-все, нормально. А тут пришел один такой толстый... Пацанчик. Ты где? О. Пошли. Потихонечку. Уверен, что нужно за тобой идти? Конечно. Есть какое-нибудь ускорение? Нету. Вот, ты его съел. Теплая витаминка. Мне нужно ускорение. Идем, идем. Идем за ним. Мы сейчас за ним идем. Главное, чтобы он в нашу сторону не повернулся сейчас. Ну, вот дальше третий... Все, вот сюда, вот сюда. Дальше третьи двери ушли, да? Все, отлично. Все, пошли. Тут безопасно. Я понял. Нормально. Так, идем нажимать следующую кнопочку. Ходи, ходи. Ты меня пытался тележкой задавить. Нет. Тут самое опасное — это тележки. Так, хорошо, нажимаем следующую и будем смотреть, куда. Нет, дверь тебе не надо. Так, все, хорошо. Ну что, последняя, слушай, ну уже сейчас где-то на втором этаже будет. Сейчас главное понять, с какой стороны идти. Ага, туда. Короче, нам на левую сторону. Сейчас мы посмотрим, что туда ведет. Потом будем искать, куда идти. Какая-то эпичная слишком музыка пошла. Ну, такой момент... Какая музыка? Так, нам наверх. Да, нормально. Это здесь. Ой, ой, ой. Что там, что там, что там? Тут щупальцы, смотри. О, не открывай дверь. Да я бы тоже не хотел, но придется. Так, давай я чекну, а потом ты пойдешь. Ага, тут нет. Ладно, значит нам не сюда. Пошли за мной. Нам сюда. Так, он обратно не поползет? Не знаю. Где? Ты тут? Да. Let's go. Да за мной скричи. Скричи — это плохо. Но он бесконечно. Не так страшно, если как этот. Он спамит меня. Толстый. Так, все нормально. Толстый чуть побольше. Окей. Okay. Этого старшего. Иди брат. Там дверь есть, открывай, води. Я пока полутаюсь. Да что ты эти тележки трогаешь? Боже, у меня скрич был.
Испугался. Так, все нормально. Что у нас тут пишет? Так, минус 2, только я ничего не вижу. Минус 2, 4, 5, 7. 4, 5, 7. Так, точно все? Ну, если он пропал, то значит ты ввел правильно. Если код пропал. Ну, теперь нам осталось выйти Давай. Отсюда. Ты первый. Ну да. Кстати, вот эта большая лампа, она немножко их тормозит. Пошли сюда, ну, там он идет. Пошли сюда. Иду. Я надеюсь, нас не окружат. Так, нормально. Так, здесь бы еще не встретить, но здесь вроде не должен быть. Да. Все я вышли, иду. Отлично. Фух, волнительно прошли. Так, ну иди тогда на кнопочку нажимать. Давай. А я пока полутаюсь, постою батарейки себе. Так, это какая комната так, уже у нас? Нам направо, это последняя уже будет. Вон туда беги и нажимай там кнопочку красную. Да, я уже шел. Так, а я пока подлутаю себе фонарик. Понял. Да хватит ты, тебе пока нет трогать. Понял. Все, сейчас просто бежим налево. Вот справа он, а мы бежим налево. До свидания. Ой-ой-ой, зря назад посмотрел. Да. Кстати, этот фонарик, как я уже говорил, он немножко его замедляет, но здесь, в принципе, уже... Все, теперь вниз. Да-да-да, спускаемся. Let's go. Сейчас можешь купить... сколько у тебя монеток? Не так много. Ну, сколько? До 100? 30. А, это совсем немного. Нет. Ладно. Давай я сейчас тебе куплю штучку такую для пластыря. Так, а здесь больше не вижу. Так, смотри, я тебе сейчас свою отдам, а ты и себе куплю. Держи, забери. Так, коробка с пластырями? Все. Так, я бы тебе фонарик купил, но у меня уже 60 тоже как бы не сильно. А чё он не чинится? Смотри, тебе хилиться надо? Не хилиться. А тебе надо хилиться? Ну да. Смотри, ты кидаешь на пол, потом убираешь из руки пачку, и тогда он будет хилиться. А, я понял, тогда он собирает их просто. Да, так он просто их соберет. Ну все, let's go. Все. Тебе реже здоров? Да. Ой-ой. А вот это не очень нравится. Вот тут есть три шкафчика, если что, на выбор. Пока не слышу его. Или идет. Ну, это может быть пока фейковое. А вот следующее скорее... А, тут искать надо. О, нет, не фейковый. Не фейковый. Я назад. Блин, я не добегу. Я добежал. Блин. Ты добежал? Да. Он, короче, спереди был, да. Поэтому я успел буквально в секундах. Я уже все. Ой, боже. Я уже думал все. Да, я тоже так как бы думал, но... Все пошло не так, как мы думали. Смотри, тут может быть в комнатках, короче, а может быть лампочка сверху по лестнице. Поднимайся наверх, наверное, там поищи. Ну там, видишь, это лестница было. Большая. Ага. Давай. А я тут еще проверю и к тебе тоже поднимусь, наверное. Тут тоже ничего нету. Да хватит псыкать на меня. Алло. Все, поднимаюсь. Ищем две лампочки нам надо. Ага, не было бы так темно. Вот так вот получше. Чуть-чуть. О, тут много, кстати, ящиков, может, тут. Так, еще какой-то спуск вниз. Да, туда спускайся, там тоже ищи. Оно может... О, я одну нашел, как бы, но надо еще одну. Так, дверь где-то открылась. Так, кнопка, если что, здесь получается у нас. А у тебя же нагрудный фонарик есть, можешь его надеть? Да, я его использую. Нашел лампочку. Так, вторую, да? А их три там или две? Я вот не помню. А там еще комнатка. Где вообще генератор? Внизу надо спуститься. Ладно, я проверю еще, чтобы два раза не ходить. Так, ты тут все залутал? Да. Там на той стороне еще просто есть. Так, 155. Не-не-не-не-не, туда мы не идем. А вон там вот проверь, пойдем наверх. Что тут? Так, сундук. Что там? Пусто? А, эти. Стики. Угу. Ну все тогда. Тогда пошли. Давай ты тут останешься, я пойду нажму. Так, давай посмотрим. А ты кнопочку туда, будешь уже клацать. Ох. Так, ну да, две тут нормально как раз. Че, как думаешь, нужно залазить в сундук? В этот ящик. Сундук. Где глаз красный горит. Сундук. С красным глазом сундук нужен? Вообще не надо. Так, главное, что сейчас раш не полетел, пока я поднимаюсь. Так, уже так, 150. Ну тут два... Сколько? 156.
Где? Тоже скрич был. Ага. А у меня стабильный, знаешь, каждый 10 ой, секунд. Ой, выключаем фонарик. Нагрудный фонарик выключи. Быстрее. А он есть у меня вообще? Я не знаю, выключи. А он вроде выключен. Вот так, все. Не включай больше. У тебя есть эти светяшки? Покидай немножко, то я тебе все отдал. Ё-моё. На яйца лучше не наступать, а то там чуть снимается хп. Я понял. Так, что там, где там? Да ё-моё. Так, 158, если что. 159. О, давай ты меня спасешь. Смотри, я подойду, тебе надо Е нажать будет. Да. Вот так он тоже делает. Давай. Подойди поближе ко мне, будешь снимать сейчас. Да не свети на него, снимай. Все. Все, тебе дали бейдж. Спасибо, ты меня спас. Все, можешь его заслепить еще? Да. Не, он уже сдох. Ой, на мне. Там нет, вот же. Смотри, в эти мусорки можно... Я на него же наступил. А давай попробуем в эту мусорку. Ты с одной стороны, я с другой, интересно. Давай. Сможем? Да. Прикинь, я тебя вижу. Отлично. Класс. Синхронизация прошла успешно. Все. Так, 160. Я буду с лазеркой бегать. Угу, давай. Так, что-то тут... А, палочка возьмем. Не надо мне псыкать. Так, я слышу, как оно летит, эти мухи за нами. Кто летит? А? 162 надо. Так, тут два шкафа есть. 162. Идем к ней. Что, думаешь, что-то летит? Думаю, сейчас полетит, как я открою. Да, давай. Понял. Там шкафчик. Угу. О. Черного, ты где ты? Летит, всё, да. Залази. Ну да, в принципе. Рано чуть-чуть, но нормально. Тут чуть довольно-таки долго можно сидеть в шкафу, поэтому не переживаю. 163 сейчас будет. О, летят опять, что ли? 164. Где я? Кто я? 164. Главное, зажигалку использую, я понял. О, 165 сразу. Повезло. Скрич, боже, все монстры просто нападают. Да хватит, может, запсыкал ты меня уже. Дай пройти немножко хотя бы. Так, 166. Тут есть шкаф один. И второй. Слушай, ну скричей стало заметно больше. Это кто меня сейчас ударил? Не знаю. Меня кто-то ударил, но я не понял кто. Мне никто не высветился. А ты в шкаф не залазил? Залазил. Вот. Ну туда-сюда. Ну вот, значит, оно. Так, А, ты уже зашел. Я пытался угадать, в какую нам дверь. А, угадать? Да. Угадать. 168. Так, скоро будет фигура, если что. Так, шкафы вот чуть дальше. Я сейчас открою, может, раш полетит. Да уже, наверное. Давай, прячемся, стоим. Пока нормально все. Или нет? Летит. Залазим. Все нормально вообще. Я хотел выйти сейчас прямо перед ним. Да, прерывающий звук такой был. Ты чуть не вышел. 169. Скоро будет фигура. Так, да я себе этот. Он нам открыл дверь. Такой добрый. 170 было. Значит, нам 171 надо, да? А, здесь так, я понял. Дальше третьи двери ушли. Здесь нам, короче, наверх надо по лестнице и тачку скинуть вниз. Ту-ту-ту-ру-ру-ру. Где? Так, смотри, там будет переключатель, надо будет переключить. И толкнуть в двери тачку деревянную. Понял. Вот, переключатель нашел. Прости. Не снял хп? Нет. Хорошо. А ты переключил тачку, вот эту штуку переключал? Нет. А, вот он. Давай тогда я переключу. Все, толкаем. Толкаем. Ай-яй. Дальше толкаем. О, смотри, тут есть какой-то лут. Где? А, тут только ножницы. Ты можешь ножницы взять. Ладно, я возьму ножницы. Зажигалка портится, все. Хорошо. Так, что-то где-то сломалось. Там внизу теперь надо по лестнице спускаться нам. Тебя подсвечиваю.
Так, у меня все, у меня батарейки, зарядки, все кончилось. Я тебе все могу дать, сейчас давай спустимся. У меня только этот, лазерная указка. А. Но с ней как-то так себе. Не, ну она, по крайней мере, мухи на нее не летят. Стой, подожди, не беги пока. О, зажигалка как раз может пригодиться. Я тебе дам пригодиться, там комнатка, которой нельзя пользоваться. Фонарик пополняй свой. Что там у тебя? Давай. Так, все. Больше не лезь. Все, я себе забрал. Окей. Так, нагрудный. Всё. Ну, ладно. Зажигалку, во-первых. Не, зажигалку не надо. Да почему? Потому что взорвется. Мы в комнатке с газом. А. Тут можно ее или взорвать, или ты можешь также еще. Блин, я не знаю, какая комнатка. Третья? А. Да. Ты можешь взорваться, или ты можешь задохнуться, если будешь долго в такой комнатке находиться. Я понял. Так, 174-я, по-моему. Так, а здесь 175-ю предлагаю. О, летят, летят. Нагрудный, вырубай нагрудный. Понял, понял. Нагрудный вырубай, да тебе сидят сейчас. Да вырубил я его, я его вырубил! Я его вырубил! Да я вижу, как ты его вырубил. Нет! Я вырубил! Я тебя... Ну какой мухи сожрали? Блин, капец. Ладно, я себя похороню с почестями. Мухи пожрали. Боже. Видно еще как говно. Смотри, да, такой. Чисто с наростами. Это мухи, понимаешь? Да. Чисто так, мухи похоронили. 173 у тебя, да? Да. Ну неплохо. Мухи. Мухи подвели. От мух еще никто не умирал, поэтому дебют у нас. Достижение. Надо достижение просто приписать от мух. От мух. Посмертное. Так и записали. Напиши в скобочках мухи, и все. Да, могу лазером по тебе посветить. Посвети, можешь помочь. Так, ну слушай, ну вроде зрачки не моргают. Мне кажется, его уже не спасти. Ну что ж, ребята, вот такие вот у нас получилось эпичное прохождение. К сожалению, мы не смогли дойти до конца, но все равно я считаю, что очень даже круто, что мы прошли так далеко. Спасибо тебе огромное. Подписывайтесь, ребят, на наши каналы, ставьте лайк этому видео. И до новых встреч. Всем пока. Пока-пока.